Так, мне сказали нажать сюда. Ну. Молодец. Сам себе хозяин, правильно? Так и есть, я знаю. Я очень хорош. Здорово. Ой. Как вы не просто это еда, это рыба, а я... Она у меня перед глазами сейчас. О, мы там лапа поедем, что я делаю. Заказывать можно до 8. Сейчас. Пицца была хорошая, да. Но лучше пельмешки. Пельмешки прям вообще. Давай по мне еде. Вот это или обычное? Нет, как вы заказывали? А, да. Вот это то, что я. Team Empire. Смотрите, кто это. Что у него на спине написано? А если я рядом не взял? Было бы плохо. Спасибо. Капитан. Я телефон тоже скину. Красава! Что прочекать? Через звук водите все наушники, послушайте. Нормально, нормально. Здорово, братва. Алло, алло. Меня слышно? Да. Меня слышно? Нет. Там апдейтик вышел. Раз, проверка связи. Слышно, брат. Позвал тут? Тут. Позвал все нормально. Точно? Точно. Сказал бы пацанам звонить. Ау. Качать тебя? Да. Спина радость уснит. Бимич! Помогите! Ты что, качает? После рыбки-то. Я рыбу не ел. Не ел? Нет. Супчик заказал тебе, Андрюша, рыбный. Спасибо. Как водится, чем? Вместо пельмешек. Рыбный. Чего вообще на него перевернуть? Просто покликать перед игрой. Ладно, да. Или на вот здесь напиши, Горян, он все равно не снимает. Даковская кофточка, я ее внукам отдам. Внукам отдам. Снимай, Серега, снимай. Красава. И Горян будет доволен. Ну как он угадал? Опа! А Вардик? А Вардик где матеру? Вардик где матеру? Ой, Шэдоу, как же неприятно сейчас, тут же... Убить! Убить! Баш! Где Баш? Чапи делает ультра-килл! Ну и два, мы не запустили слишком далеко. Чапи все еще.
еще движись. Чапи, все еще движись. Сейчас не надо продолжать лепать. А что сделать? Чапи, А тут еще радуешься. Я аналитик. А, я забыл совсем. Возьми сумку. Он ушел штаны стирать уже, Игорян. А вот, уже постирал. Да иди сюда. Батька. Че, вы грустный? Че грустный? Ну, поначалу было немножко. А где телефоны? Мое почтение. Мое почтение. Ну что такое? По рыбке моей ударил. Да ладно, уже переварился. Болотный? Да, уже переварился. Ты стоял на краю пропасти, а эти тут. Так он бы его сам насолил. Нет, он бы там умер. Я его откинул. Он бы его подкинул себе, надо там. Надо потолкнуть перед. Пойдем тебе вот одного поговорить. Кто? Пошли. Виталий. Куда? Зирает вообще, да. Там играешь либо с тикетами какими-то первыми, или ЕГЭ. А что у нас здесь? Ярик. Сердечко верни. Его, оно должно быть на следующую игру. А как? С нажал, вообще не будет действовать. Делаешь. И нажмешь с тикетами, подставить. Короче, подойду я вдруг. Не знаю, как это важно. Слушай, это сложно. Ну, типа, если ты хотя бы двинулся раз во время паунса. Ну, так нужно успеть среагировать. Ну, это сложно реально. Нет. Если ты видишь, что... Просто hold position и с кьювером выкатываешься. Ну, если ты хоть чуть-чуть двинулся во время паунса... Автоатака отключена, ты не двинешься. Как-то если ты идешь туда, ты идешь туда, тебя запаунсили. А, я нажал S и... Подожди, после паунса... Тебе вообще двигаться нельзя. До S нельзя двигаться, не с места. Даже какой до S? Если ты двигаешься, тебя запаунсили в момент движения, то уже не форс нужно. Что у нас никто бараки не может добить? Бараки. А у нас что-то бараки ковыряются по 10 кп. Нет, это точно был момент, где мы могли его набить. Просто ты не убил, не рос себя отбегал. Вместе стоял в роте дисраптора по кп. Но у него бы кп не хватило. Ну он мог пить, а не стоять просто, бегая. Тогда бы добили. Я помню точно. Мы сидели, смотрели, орали. Какой барак вы бьете? Что вы делаете? Вы же не добьете. Да добью, да нет. Король. Вот здесь же на сайте. Вот это состав. Я контролировал тоже. Надо обосан или этому, или этому. Я ну, Бэйн, значит. Вот это бой может. Бэйн мог, кстати, да, просто Бэйн остаться. Мог. Но они не знали, на самом деле, принесло. Они думали, что я выпрыгнул. Ну да, тут такой момент. Было понятно, что ты не допрыгнул, типа, потому что... Я тоже рисковал, потому что я боялся, что... Да не, это понятно, это нормально. Типа, что если сейчас... Единственное, что можно чуть правее еще повернуть, типа, голову. Да, или туда. Ну или туда. Или туда, или туда. Ну да. Да, но там уже... Самая большая дистанция получилась, которая была. Так нет, если мог ближе дальше дойти, просто попрямой. Не, дальше ему уже идти нельзя, ему надо прыгать. Почему мог? Да нет, там демеджа будет. Это же, типа, в игре происходит, это часто на PS3, типа... И ты типа смотришь, вот считаешь, что вот медали. Вот, да. А Бэйн, словно, сейчас еще могу... Не, короче, я тут... Ему по-любому надо было прыгать. 17 кп осталось. Если бы я получил бы лишнюю тычку, а потом отпрыгнул, я меня бы убил бы тут. Да,